Ночью к Мусторгу лошадь ласковая шла, пела втулками повозка, жеребеночек бежал. Ко всеобщему восторгу он веселенький такой, весь ухоженный и гладкий, на автобусы косясь, на такси, на самосвалы, замер вдруг на всем скаку перед сладкою палаткой, где особо средних лет пирожками торговала. И не важно, с чем они, важно то, что жеребенок перед очередью встал и топориками уши людям, львам и лошадям. Ну плевать, какой ребенок, лишь бы обликом своим трогал праведные души. И, наверное, потому мама лошадь ломовая дотащила, как смогла, груз по сахарной щебенке и спросила у людей, за дитя переживая, а нельзя ли без череду, потому как при ребенке. И, конечно, весь черед дружным хором и веселым закричал: ну что вы, мать, разве мы не понимаем? А как начали кричать петухи по милым селам, как запахло в этот миг тополиным славным маем. Мальчик в джинсах голубых торопился на свидание, жеребенок ел пирог с восхитительным повидлом. Лошадь думала о том, сколько в людях сострадания, если с ней так обошлись с густогривым грустным быдлом. Теперь песня со странной историей. Написал ее теоретически Борис Гребенщиков. Он и практически вообще написал. Да, и практически он ее тоже написал и даже исполнял. Я выучила эту песню, она мне нравилась очень в детстве. А мелодию, в общем, переврала. И выучила ее, как выучила, так выучила. И как я ее выучила, так мы с Димой ее и сделали. А потом, когда мы услышали оригинал, что оказалось, что это все с точностью... Похоже на... только слова. Фантазия на тему Гребенщикова. Иванов на остановке, в ожидании колесницы, в предвкушении кружки пива, в понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпясь заходят в транспорт, топчут ноги Иванову, наступают ему прямо на крыла. И ему не слиться с ними, с гражданами своими. У него в кармане Сартр, у сограждан в лучшем случае пятак. Иванов читает книгу, и приходят контролеры, и штрафуют Иванова. В понедельник утром вечно все не так. Между кухней и уборной, и уборная всегда полным-полна. И к нему приходят люди с чемоданами портвейна и проводят время жизни за сравнительным анализом вина. А потом они уходят, только лучшие друзья и очарованные дамы,
А потом приходит утро, все прокурено и серо, подтверждает старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера. У тебя, на мой взгляд, должно было быть увлечение какой-то театрализации песни, когда ты, так сказать, пошла по стезе родительской, театральное училище. Не было никаких таких, будем говорить, желаний как-то более... Желания всякие были. А, даже был же такой прецедент. Был ансамбль «Арбатская шпана», если ты помнишь. Было, да. Да, вот это было в 90-м году. Мы существовали очень недолго. Руководил нами Алексей Борисович Брунов. Он был музыкальным руководителем. Вот. А делали мы, собственно, театрализованное представление по авторской песне. Очень такое неплохое. Был режиссер эстрадный Артур Владимирович Вишневецкий, который нам все это ставил. По-моему, вы играли только на Арбате, на самом, да? Или у вас были какие-то зальные концерты? Что? Мы же гастролировали очень много по стране. Мы же работали в филармонической организации вообще. В Театре «Союз». Сейчас его, видимо, уже нет, не существует. Но это было на заре перестройки, когда там масса всяких таких организаций создавалась. И мы очень много гастролировали. У нас были такие случаи, мы даже работали на стадионе, на разогреве у Жанны Агузаровой, например. В числе там каких-то рок-команд жутких. А что за тогда был, извиняюсь, репертуар там? А тот же самый репертуар. Мы Визбора пели, Никитина пели, да, Кима. Просто мы так это делали задумано. Причем в две гитарочки, две гитары и вот и четыре голоса, собственно. На стадион? На стадион, да, легко. Ну, в принципе, под крики ура. Она всегда, как говорится, храбра и нагла. Да. Так что это, да, я себя вспоминаю. А тем не менее, вот из этого большого количества авторов, какой-то самый близкий у тебя автор, это кто? Не Иванов, сейчас он? Иванов мне, безусловно, очень нравится. Но, наверное, не Иванов. Я все-таки, да, Щербаков и Музыкантов. Если снятся тебе удивительные страны, иностранная речь и очаровывает слух, проведи полчаса у волшебного экрана, и увидишь весь мир, и узнаешь все вокруг. А когда разоблачишь мир нищеты и чистоган, каждой клеткой ощутишь капитала тяжкий гнёт. Переключи свой аппарат на московскую программу, и родная Москва тебе объятья распахнёт. Катись колбаской по Малой Спасской, катись сосиской по Маховой, катись не близко, но без опаски, страхует наш скупой на ласку постовой. И душа запоет, как весенняя минута, и раскрыты глаза, и вокруг чудесный сон. И душе подпоет деликатно и уютно сладкострунный певун, обоюн магнитофон. А когда разберешь, что за нерусскими словами, а нет ни чувства, ни искусства, а только кассовый успех, тогда поди и припади пересохшими губами к родникам чистоты, к священной лире КСП. Катись колбаской
Наслаждает наш покой. Отдохни, мой дорогой, нас ждут падения и взлеты. Уже долдонят воробьи, уже и новый день пришел. И ты так любишь сам себя, своих друзей, свою работу, свою жену, свою страну. И право, это хорошо. Давай сильнее люби себя, своих друзей, свою работу, свою жену, свою страну, а также многое еще. Катись колбаской по Монпарнасской, катись сосиской по Сен-Жермен. Нас прокатили по Пикадилли, но нам светили родные звезды с кремлевских стен. Это курортный роман. Имеется в виду посвящение Борзовке, бардовскому лагерю, о котором наверняка в этой передаче неоднократно говорилось. Владимир Музыкантов, перечитывая «Северянина». Цикорий, где у самого неба зажигался маяк. Пели, кувыркались в прибое, упивались покоем, любовались собой, занимались любовью, дорогая моя. Под развесистой чинарой шуры-муры, дары-бары, а на пляже рок-н-ролл, да ливерпульский рок-н-ролл. Где ты, черноморское лето, поманило и нету, а я считаю минуты до сезона полета. От сезона дождей. Помни, обязательно помни нашу летнюю сказку. Помни южную ласку. Помни яркую краску. Помни добрых друзей. Под развесистой далеко и не видать, где ты сияешь яркой кометой, но в море наши монеты, и мы вернемся сюда. Помнишь, это было у моря, это было. Редко
Идут дожди, и лето тает, как будто не было его. В пустом саду флейтист играет, а больше нету никого. Пирогам-то судить много нельзя, но мне очень понравились твои пироги. Ты вообще как хозяйка-то. Я очень люблю готовить, очень люблю принимать гостей. Частенько собираю большие сборища на пельмени и на кырцы. Кырцы, знаете, что такое кырцы? Нет. Это такие армянские пельмени, такие большие. Сама делаешь? Да, конечно. Ну и последний такой вопросик я хочу тебя спросить. А что-то как-то финансово, вообще материально помогает жить вот эти песни? Конечно. Концертная деятельность. Ну да, это не такие большие заработки пока, я надеюсь. Вот. Но в принципе это очень перспективное дело, почему нет. То есть будем ждать, через год ждать, что ты перегонишь своего супруга в бизнесе? Очень будем надеяться на это. Кстати, вы знаете, почему в нашей программе такой замечательный домашний аромат? Потому что мы пользуемся специальными камерами. К
камера. Под туалет до Пари. Только для фотогеничных мужчин. В прокуренном театре, без рампы и кулис, где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист, в бездарной пантомиме коротких южных зим, не слышно и незримо по времени скользим, как странно, без участия, без слов и без вины, на собственные страсти смотреть со стороны, как роль обыкновенно разучивать печаль. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай, прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай. Безмолвно, словно тени, мы тычемся в углы, и души, как растения, от льдинок тяжелы. Зимой все начиналось, зима поставит крест на том, что не менялось от перемены мест. Как странно, дни и ночи без слез и суеты отыскивать средь прочих знакомые черты. И вновь всю ту же сцену. Прощай, прощай, мой друг бесценный, единственный. Как странно ряды распахивать пальто и снова беззаветно по-детски верить в то, что новогодний хвой средь прочих кутерьмы окупится с лиховою безмолвие зимы. В прекрасном белом вальсе описывать свой круг и искоркой бенгальской взлетать из чьих-то рук, чтобы цветы на стены ложились трепеща. Прощай, мой друг бесценный, единственный, прощай, прощай, мой друг бесценный, единственный. Thank you.